Всем привет, с вами Стивбру, и сегодня покажу мой клаунчер для Minecraft Pocket Edition 0.13.1. Как видите, сверху у меня качественный ключик, давайте зайдем в него, такое меню появляется, вот еще одно меню. Здесь все то же самое, что и на версии Minecraft 0.1.1. К сожалению, в данной бета-версии его клаунчера мы не сможем установить модель, но мы сможем установить текстуру, шейдеры. Здесь у меня вроде где-то должны затятаны. Да, ну когда я захожу по клаунчеру, у меня он выдает вот такую ошибочку. Он пишет то, что данные аддоны не подходят для версии Minecraft. Ну, версия Minecraft должна быть 0.1.1. Вот, модели мы не сможем установить, потому что их нет. Вот здесь добавлена новая функция. К сожалению, это еще не про-версия, потому что это только вообще бета. Вот, ну вот, я просто хотел сделать такой маленький обзорчик на это по клаунчер. Получается, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.